Всем привет! Продолжаем рассматривать картины Ян Виктерс «Миропомазание Давида». Миропомазание – помазание миром, благовонным маслом. Холст масла – Голландия. Давид был младшим сыном незнатных родителей. Однажды к дому отца Давида Иисею пришел посланный Господом пророк Самуил. Самуил должен был указать, кого из сыновей Иисея Бог повелевает помазать на царство. Подводил Иисей к Самуилу семерых сыновей своих, но Самуил сказал Иисею: «Никого из них не избрал Господь». И сказал Самуил Иисею: «Все ли дети здесь?» И отвечал Иисей: «Еще меньший, он пасет овец». И сказал Самуил Иисею: «Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». И послал Иисея, и привели его. Он был с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: «Встань, помажь его, ибо это он». И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его. И почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Первая книга Царств. Вот так вкратце о картине Ян Виктерса «Миропомазание Давида» по книге Бусловича «Люди, герои, боги». Пока-пока, до свидания.